Подыщ! Здорово, братан! Это я, Кирюха Варпач. А вот это, то, что ты видишь на экране, и то, что у меня сейчас на руках, да, находится, это Fortnite на андроиде. Мега эксклюзив. Прямо сейчас ставь лайкусик, и я кое-что интересненькое тебе сейчас покажу и расскажу. Здорово, народ, с хорошими людьми можно и два раза поздороваться, да-да-да. И сегодня, как я уже и говорил, мы с вами поиграем Fortnite на андроиде. Почему именно на андроиде? Да потому что я думаю, что многие не знают, что в нем вообще, в принципе, можно играть. И я добыл у другана Galaxy Note 9. У другана. Как оказывается... Я получил за его счет себе Galaxy скин. По ссылке в описании вы можете скачать эту игру для своих Android устройств. Я знаю, что мои зрители смотрят очень часто через мобильные телефоны. Качайте, наслаждайтесь, играйте. Я поражен тому, что 21 век на дворе. Мы на телефонах можем играть в игру, которая доступна была на ПК сначала. Представляете, порт какой замечательный. То есть мы до каких технологий реально дожились. Я настолько люблю технологии. Ну, вы знаете, насколько я люблю технологии. Я Теслу купил, алло. И насколько я люблю технологии, что мы на телефонах играем в игры от ПК. Когда-нибудь, уверен, когда-нибудь GTA-шка 5, сука, выйдет на телефоне. Когда-нибудь это случится. Вот помните мои слова. Я говорю, точно такое будет. Так, ну что? Я хочу показать вам, что это, кстати, мой аккаунт. Мы периодически с ребятами из банды YouTube играем. Вот, посмотрите, у меня тут парочку костюмов есть. Ну, самый-то, конечно, это галактический. Мне его дали... Буквально пару часов назад, буквально. Просто фантастический костюм, привлекает много внимания. Я предлагаю, пожалуй, начать. Тут вот есть обновлено близкие контакты бой отрядов. По секрету вам скажу. Не играйте с рандомными людьми. Вот здесь вот набирайте лучше в тиму своих друзей. Ага, и играйте с ними, потому что рандомные персонажи попадаются. Это просто жесть какая-то. Мне нравится улетный бой, где ты играешь отрядами 50 на 50 человек. Это будет действительно бомба. Прямо сейчас ставь лайкусик и погнали играть уже. Чуть-чуть ждать. 8 секунд осталось, мы прогружаемся и пошла-поехала. В нашей команде 48 человек, противников 44. Правила достаточно простые. У вас есть примерно 10 минут на то, чтобы вы собрали все ресурсы и охраняли точку, на которой, с которой будет все сужаться. И там начинается самая борьба-то вообще. Так, ну что, у нас сразу не указано, конечно. Два самолета, как обычно. Так, ну у нас сквад. Сквад, ну, играем 50 на 50. У каждого человека там есть сквад. Мне что нравится, постоянно какие-то обновления сюда выходят. Вышла же, эта игра вышла намного позже, чем по БГ. Она по всем характеристикам обогнала нахрен ее. Единственное, что не совсем удобно на вот этих вот устройствах, да, играть, это строится. Слишком быстрые действия ты не сможешь быстро делать, потому что... Лучше подключать, так по секрету скажу, геймпад и мышку, и просто сразу наваливать, так сказать. Играешь с телефончика, но с мышкой и клавиатурой. Попробуем сейчас все это оседлать. Ой, а тут еще никто сундучок у нас не залутал. Ты посмотри-ка. Так, эмочка есть. Так, гранатометы. Боеприпасы у нас есть. Ты посмотри. А что мне нравится, тут не каждый раз нужно касаться, чтобы что-то подбирать. Только оружие касается. А вот, допустим, к двери подошел, дверь просто сама открылась. Мне бы вот аптечку найти, чтобы хпшечку восстановить. Так, ну я так понимаю, где-то в подвале, да? А обычно вход в подвал-то за домом находится. А где тут? Я как-то что-то не углядел. Воу, здравствуйте, нашел. Немного-то нужно было подраскинуть мозгами. Так, что у нас? Вот эта тема. Так, быстренько применяем. Ну, примени, давай, соси. Автомат с тепловизором, кстати, крутая тема. В городе не так сильно помогает, если честно. Так, это что? Это мы сразу можем возвести, это нам не надо. Так, это выкинуть. Я предлагаю взять аптечку, сразу же применить ее, потому что у меня не фул хп. Ну ничего. Кстати, нам с лутом очень повезло. Для начала найти гранатомет, пулемет и с тепловизором и полностью постройку, это вот что-то с чем-то. Ударная граната. Так, подожди, а что это за граната-то у нас? Подожди, я же ее делаю, и она ставит здание. Пирог! Во! А, это телепорт же, точно! А, перепутал. Там граната, по-моему, розового или золотого цвета. Вот эти гранаты появились не так давно, поэтому я еще в них не особо разбираюсь. Погнали смотреть тактически. Я еще могу сюда на монитор смотреть. Я же через монитор все запись. Так, я здесь не... О, вижу. Опачки. Давай. У меня не... Трассерные патроны, я не вижу, куда попадаю. Брат, я помогу тебе дальним огнем. Давай, у меня патронов достаточно, это никак не так. Давай, попал, 70-80, он в броне. Сучара. Давай. Тяжело, ёпта.
Отлично. Еще один. Еще один. Еще один. Давай. Выстрел, кстати, очень большое расстояние выстрелов. Да-да. Ну что ж ты? Ну, а сколько можно по тебе стрелять, я не пойму, братан. Ну, он сейчас замуровывается, но туда сейчас наши прибегут, сейчас там вообще кобзда. Я отвечаю, сейчас ему хана придет. Еще один враг бежит. Вы что, серьезно, что ли? У нас просто, знаете. А, это наш, это уже наш. Опа, разлом, успею, успею. Отлично, прям за ним. Так, еще сужение через 2 минуты. Ну, сейчас-то мы точно их найдем. Вот смотри, самая высокая точка, там никого. Все, королевская победа. Топ-1. С первого же раза. Просто с первого же раза. Ну что, мы двоих почти подстрелили. Киллов у нас 0 на самом деле. Но с такого большого расстояния попасть с мобилочки, я вам серьезно говорю. Это успех. Отвечаю. Это прям дорогого стоит. Что, попробуем еще разулю, да? Вообще ни одной вражины. Ну ладно. Мы тогда пока залутаемся. Уже нормально. Уже хорошо. Сейчас первые смерти точно пойдут. Особенно в зоне, потому что... Корабль противников, автобус противников летит именно прям к той зоне, которой надо. Сундук, 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 сундук. Быстрей, братан, я быстрей, я быстрей, я быстрей тебе дойду. Так, быстренько поменять. Да, где же вот в этой 100%? Да, вот он, сундучок. В смысле, алло, алло, где сундук, ёпта? А, он спрятанный, ты посмотри, за это. Так, хорошо, хорошо, это надо выпить. Давай. Гранатки пополняй. Отлично, смотри, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Всосал дудулину. Так, отлично, давай дробовик возьмем. А вот этот выкинем. Этот у него нормально, вообще мне нравится. Так, окей, пойдем. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Ти-да! Ти-да! А, чё, побежим в сторону зоны? Уверен, по пути мы кого-нибудь встретим. А если кого-нибудь встретим, будем говорить ти, да, ти. Так, 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 очень-очень-очень-очень-очень. Много здесь стреляют, так, пойдем. Аура, кстати. Вот это скоро откроется, знаете же, да, вот эти посалочки-то смотрите, наблюдаете. Пойдем, вон они, вражины, уже вижу. Вон там, что только что увидел. Как я и говорил, противников будет в зоне чуточку побольше. Чё, подожди, его убили? Давай. Открываем. Что там? Опа, очки. Так, вот это сразу выкидываем, вот это выкидываем. Так. Пойдем, скоммунизим что-нибудь у нашего братишки. Так, автомат какой-нибудь давай. Автомат. Это прыжок. Что там, защитное зелье. О, нормально. Пацаны, сейчас применю. А, у меня соточка. Держи, бро. Не жалко, для своих не жалко. Конечно, я никак совершенно не помог. Пацаны! Нападают, наших бьют, да? Все, отлично. Они в замках, что ли, открылись? Мне кажется, это не поможет. Сейчас я расхерачиваю это низ. На-н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 а, пацаны, выходите оттуда. Вам совершенно не жить. Пацаны, для наших строю, чисто для наших. О! Как вам такое, а? О, подожди, там нашему помощь нужна. Я просто медиком буду. Тихо, будешь... В смысле? Он оттуда убил, да? Ты сука... Блин, у меня оружия-то хороших нету. Да куда ты, сука, подошел-то? О, тоже Samsung Galaxy играет. Здорово, братишка. Да, братан, да стреляй! Отлично. Так, хорошо. Давай. Пилуху, конечно, 100% я тут не покажу, но как умею, что умею, точно покажу. Подожди, что, кто по нашим стреляет? Нет, не по нашим стреляет. Братан, хватит рядом со мной бегать, пожалуйста. Пожалуйста, прекрати. Так, подожди. С пулемета туда херач. Ну, мы победили, пацаны. 4 противника осталось. Одного я точно завалил. Блин, тот, получается, галактически бегал рядом со мной, когда из гранатомета стрелял, правильно? Давай, перезаряжайся. Давай, перезарядочка. Пошел. Давай. Да, сука, да отойди ты, да дай мне пострелять-то. Вроде нормальный телефон у чувака. Какого хрена ты не даешь мне стрелять? Почему ты бегаешь рядом со мной? Патроны все подбираются вообще. Да, пулемет хочу. Миниган вот этот взять. Если у него нет патронов, конечно.
Да, ну как и ожидалось, в принципе. Так, чё? У нас осталось... Сколько? Один противник остался. Он, кстати, где-то здесь был. Я точно помню, два чувака здесь бежало. Воу, мы победили. Ну что ж, ребята, я просто показал вам, как можно нагибать в Fortnite. Не сильно у меня это, конечно, получилось. Нужно все-таки собирать лобби. Если хотите, чтобы я собрал всех наших пацанов, а здесь кросс-платформа, могут играть со всех устройств, там, с iOS, с Android, с ПК, с PlayStation, вообще с чего угодно, обязательно пишите в комментариях, мы просто соберем огромное лобби и сыграем все вместе. Если вы хотите это увидеть, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. Я сегодня с вами был Кирюха Варпач, немножечко попотели, и мне жарко стало, у меня дома холодно, я не просто же так в кофте-то снимаюсь, а потому что холодно, отопление не включили, а тут мне прям жаришка-жаришка началась. Еще раз всем огромное спасибо, всем удачи и всем пока, друзья, совсем скоро с вами увидимся.